На стадионе имени Арсена Муртазалиева состоялся предновогодний турнир по футболу среди юношеских команд. Всего было представлено 6 команд. Главным инициатором игры выступила спортивная школа имени Шамиля Умаханова. Основная цель проведения состязания – популяризация данного вида спорта среди подрастающего поколения. Юные спортсмены на поле играли в полную силу, главным образом, чтобы не уступить позиции сопернику. Футбол как вид спорта набирает все большую популярность. Игрокам на поле необходимо оттачивать приобретенные в упорных тренировках навыки ведения игры по всем правилам. Начинается игра, как правило, с приветствия команд, где каждая команда рассчитывает провести красивую, зрелищную игру и, конечно же, победить. По итогам всех проведенных матчей первое место заняла команда футбольного клуба «Хасавюрт». Второе место было присвоено команде клуба «Арсенал». И третье стала команда «Балиюрт». Победителям и призерам были вручены кубки, медали и грамоты. Как отмечают организаторы, подобного рода состязания проводятся на систематическом уровне. В первую очередь для приобщения подрастающего поколения к занятию спортом. Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».